Бабушки из Буранова приехали в Екатеринбург. Знаменитый фольклорный коллектив выступил на концерте, приуроченном к юбилейным празднованиям в честь 130-летия образования Екатеринбургской епархии. Ансамбль «Бурановские бабушки» был создан в удмуртском селе около 40 лет назад. Основой репертуара стали песни на удмуртском языке. С 2008 года бабушки начали перепевать на родной язык популярные песни известных исполнителей, а в 2010-м стали серебряными призерами международного конкурса песни «Евровидение» с песней «Party for Everybody». На концерте, посвященном 130-летию Екатеринбургской епархии, артистки также исполнили множество самобытных и искренних песен на русском и удмуртском языках. Мероприятие, которое прошло в здании детской филармонии, было организовано в стиле живого общения с рассказами истории о своей жизни и о постройке храма в родном селе. Аккомпанировала бабушкам известная сказительница, композитор и гусляр Любовь Басурманова. Как я долго шла к тебе, Вера! Надежду путь отыскивала, как пришла я к тебе любовью, а стучусь я к тебе памятью. После исполнения каждой песни долго не умолкали зрительские аплодисменты. А когда концерт завершился, то артисткам устроили настоящую овацию. А празднование 130-летия Екатеринбургской епархии продолжится 11 февраля, когда будет чествоваться собор екатеринбургских святых. В этот день состоится божественная литургия в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе города Екатеринбурга. Богослужение возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.